И случайными очевидцами заснято множество случаев очень странного поведения животных, которое трудно бывает объяснить. Вот самые необычные подобные видео я вам сейчас и покажу. Поехали! Просто потрясающий феномен впервые удалось заснять в водах океана команде BBC во время создания очередного документального фильма о животных. Шла съемка процесса охоты полосатых и усатых кошачьих акул в подводных зарослях. А вот их потенциальная добыча – осьминог, которому приходится вечно придумывать различные ухищрения, чтобы его не сожрали. Он прячется как может, переплывает с места на место. Но когда осьминог оказывается застигнут врасплох, он начинает делать нечто невероятное. Животное покрывает себя настоящей броней из ракушек, которая еще служит в качестве маскировки. На этих кадрах ученые впервые наблюдают нечто подобное. Осьминогу довольно долго удалось вот так оставаться незамеченным, но акула все же чует свою добычу, однако ракушки сбивают ее с толку. Защита сработала на ура! Гениально! В этом голодном водорослевом лесу только такая находчивость помогает осьминогу выжить. Тут ничего необычного, просто орел катается на ящерице. Это у нас южные гладкие киты, казалось бы, медлительные уравновешенные гиганты, от которых не ждешь ничего неожиданного и странного. Так думала и одна супружеская пара, находящаяся на этой яхте, как вдруг... Этот инцидент произошел в Кейптауне. Огромных размеров кит едва не отправил на тот свет двух человек, нанеся огромный урон лодке. Повезло, что судно было стальным и не пошло на дно. А это индюки – чемпионы странного поведения. Вы наверняка видели подобные кадры, ибо они стали очень вирусными. На камеру заснято несколько случаев, когда эти птицы начинают ходить вокруг дерева или какого-либо другого предмета. Причины, по которым они это делают, не совсем понятны. Эксперт Калифорнийского департамента дикой природы Скотт Гарднер говорит, что для индеек такое окружение на месте не редкость, так как в какой-то момент они начинают просто следовать друг за другом, пока порочный круг не замыкается. Взгляните на эти кадры. Это не какой-то парк с прирученными животными, нет. Видео заснято в дикой природе. Если эти кадры у вас не вызывают когнитивный диссонанс, то вы явно не знаете о взаимоотношениях львов и гиен. Так вот, они враждебные, причем очень, но по каким-то аномальным обстоятельствам в этот раз эти звери решили разделить трапезу вместе. Целых 25 минут они поедали добычу, пока гиена не устала от перемирия и нагло не забрала добычу себе, лишний раз напомнив львице, почему их виды враждуют. А вот, наверное, истинная причина, по которой кошки едят грызунов. Вы только посмотрите. Но вот как тут не сорваться и не сожрать этого наглеца? Эти милые птички – попугаи Кеа. Их называют главными грубиянами Новой Зеландии. Это одни из умнейших птиц на планете. Но их любознательный характер становится причиной раздражения людей, живущих в горных районах. Однако за шалостями попугаев Кеа скрывается один очень страшный секрет. Дело в том, что эти птицы – оборотни. Вы не ослышались. Ночью эти милые создания превращаются в кровожадных монстров. С наступлением темноты птицы начинают есть овец. Сперва Кеа выдергивает шерсть, а потом начинает жадно выклевывать плоть животного. В местах обитания этих попугаев еды немного, и потому их острый ум придумал вот такой способ добычи белков и жиров. Из-за этого многие фермеры Новой Зеландии недолюбливают этих птиц. Эта обезьянка-инвалид когда-то попала в капкан браконьеров и потеряла три конечности. Многие животные после таких увечий долго не живут, но только не она. Да, обезьянка нашла удивительный способ передвижения на одной конечности, поднимая тело на 90 градусов. Просто невероятно. Оператор, который случайно заснял это животное, не мог поверить своим глазам. Эти кадры были засняты в штате Теннесси. Медведь-преступник средь бела дня на глазах у кучи людей выламывает у автомобиля окно, залезает внутрь машины, крадет оттуда что-то, содержащее еду, и бежит в лес. Через несколько минут возвращается и вновь влезает в машину, ну а люди подходят ближе, будто зверь находится в зоопарке. Вообще черные медведи очень опасны для людей, но этому зверю не до них. Он прихватил с собой еще еды, вылез из машины и на этот раз убежал навсегда. Посмотрите на этого молодого слона. Что он творит?
ухаживает за самкой носорога? Сейчас этот слон в состоянии муста, гормонального всплеска, что приводит к повышению половой активности. А так как в своем стаде молодых слонов не подпускают к самкам, они остаются неудовлетворенными и иногда начинают приставать к носорогам, которые отдаленно напоминают самок слонов. Но несмотря на то, что поведение слона кажется игривым, оно в любую секунду может измениться. В заповедниках Южной Африки слоны во время муста убили более 120 носорогов. К счастью, эта самка осталась невредима. Следующий случай со странным поведением животных произошел во время съемки документального фильма на Гавайях. Оператор Рэнди Харрис пытался заснять огромных скатов и различных рыбок на дорогую видеокамеру, которая стоит 10 тысяч долларов. Но, видать, одному животному не понравилось, что их снимают без разрешения, и оно неожиданно набросилось на видеокамеру, отобрав ее у Харриса. Увидев, как камера скрывается из виду, Рэнди подумал: «Вот уплывают 10 тысяч долларов». Wait a minute.